Всем доброго времени суток. Я медсестра, работаю в Кимбургской ЦРБ. Прошу вас услышать мою жалобу о халатности администрации к нашему маленькому коллективу, который остался на сутках 17 апреля 2020 года. Сегодня мы узнали, что у пациентки, которая поступила в отделение реанимации 15 апреля 2020 года, коронавирусная инфекция. В этой же палате на данный момент и день находятся 2 пациента. Всего в отделении 4 пациента, из них 3 пациента на аппарате ИВЛ. Реанимация не боксирована, палаты у нас не предусмотрены для лечения особо опасных инфекций. Со мной на сутках находится доктор, которому 67 лет, санитарка 61 год, и мне 39. Я имею хронические заболевания легких, которые ранее были прооперированы. Мы ограничены в медицинских костюмах. На выходные нам дали 7 костюмов и 5 респираторов, которые нужно менять через 4 часа. У нас нет еды, у нас нет чистых полотенец, у нас нет помощи. Мы находимся только в красной зоне, зеленой у нас нет. Тяжелая пациентка с коронавирусной инфекцией находится на аппарате ИВЛ. В случае заражения нас сегодня, который здесь находится на карантине 14 дней, считать виноватым администрацию Кимбургской ЦРБ и главного врача Прокопенко Алексея Александровича.